В ефірі телеканал «Репортер студія», я її ведучий Юліан Аксьонов. Сьогодні у нас в гостях Владислав Дронов, кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного та європейського права Одеської юридичної академії. Вітаю вас, пане Владиславе. Добрий день, Юліан. Я нагадаю, що наш гість неодноразово брав участь у місцевих виборах як спостерігач та член дільничих виборчих комісій. Тому сьогодні ми поговоримо про місцеві вибори, які ми всі пройшли. Отже, Одеса побачила два тури, якщо ми кажемо про вибори мера, і, так би мовити, один тур місцевих виборів до рад різноманітних. Вони проходили по новій системі. Будь ласка, розкажіть, Владислав, як на вашу професійну думку вони пройшли, чи є переваги, недоліки порівняно зі старими правилами? Действительно, 25 октября у нас прошли местные выборы и повторное голосование, которое, собственно говоря, и возможно только для выборов городского головы в соответствующих ситуациях. Вообще, если говорить об этих выборах, ну, вы знаете, после каждых выборов, говорят, такого еще не было, да, таких тяжелых. Но исходя даже из опыта моей работы, да, и членом комиссии, председателем участковой избирательной комиссии несколько раз, эти выборы были действительно очень тяжелыми, сложными по целому ряду причин, наверное, как юридически, да, новые правила, новые нормы, так и организационного характера. Началось все то, на что уже стали обращать внимание, еще на моменте регистрации кандидатов и партий, когда мы знаем, что некоторые кандидаты и партийные списки, да, были зарегистрированы только после обращения в суды, обращения в вышестоящие избирательные комиссии, уже был такой показатель того, что выборы будут идти, наверное, не очень легко. И действительно это подтвердилось. Еще одна из проблем, которая на начальном этапе присутствовала, в какой-то степени она присутствует на всех выборах, это комплектование участковых избирательных комиссий. Дело в том, что у нас по законодательству каких-то жестких требований нет к тем лицам, которые могут быть членами участковых избирательных комиссий. Это, в принципе, в соответствии с кодексом граждане Украины, имеющие право голоса. То есть те, кто достиг 18 лет, это уже по Конституции, да, и не могут быть избирателями, соответственно, признаны недееспособными. Также отдельно есть исключение, что не могут работать в комиссиях те, кто имеет непогашенную судимость, но это уже такие отдельные случаи, которых немного. А так, в общем-то, практически каждый человек, который является избирателем, он может работать и членом участковой избирательной комиссии. Но при этом обращает на себя внимание то, что как-то очень часто не принимается во внимание, например, наличие или отсутствие опыта работы в избирательных комиссиях, даже при назначении на руководящие должности председателя, заместителя, секретаря. В итоге люди, попадая впервые, в принципе, вообще на избирательный участок в качестве членов комиссии, да, сразу оказываются на руководящих должностях, что уже вот при формировании комиссии закладывает трудности в будущем. Тут, конечно, трудно говорить о том, стоит ли устанавливать какие-то отдельные требования для членов участковых избирательных комиссий, потому что тогда еще сложнее их будет формировать. Но, может быть, какой-то процент людей с опытом работы нужно, чтобы обязательно присутствовал. Все-таки жестче требования к наличию опыта работы для руководящих должностей, чтобы хотя бы на этом этапе уже часть проблем исключить и не закладывать вот эту бомбу замедленного действия. Я знаю, що були проблеми зі списками, то до самої процедури голосування на дому спостерігачі казали, що бачили, як ходять люди без супроводу співробітника поліції. Розкажіть, так було чи ні? Ну, наверное, те факты, о которых сообщалось, да, это уже правоохранительные органы должны проверять, действительно ли это имело место, что выходили в нарушение, хотя законодательством прописано, кто должен обязательно сопровождать, сколько членов комиссии должно быть, наблюдатели имеют право тоже отправиться. Вообще голосование на дому, на самом деле там небольшие, если мы будем брать числа, небольшие проценты тех избирателей, которые голосуют на дому. Из проблем можно, например, назвать то, что часто избиратели и сами либо не открывают дверь, не пускают, либо закрытые дворы, когда, в общем-то, члены комиссии не могут попасть к такому избирателю. Ну, бывает, что и физически человек не в состоянии, ну, с трудом
скажем так, может заполнить этот бюллетень и так далее. То есть это уже такие организационные моменты, но они тоже есть. Какие категории громадян могут голосовать на дому? Те, кто по состоянию здоровья не может самостоятельно прийти на участок, то есть в списке избирателей есть отметка НСП. Все, кто работает на выборах, знают эту отметку. Нездатный самостоятельно пересуватись. И также уже другие лица, которые обратились отдельно в участковую избирательную комиссию, предоставили соответствующее заявление, документ, передали о состоянии здоровья, и тогда к ним тоже выходят, чтобы они могли проголосовать по месту пребывания, по месту жительства. Ну и плюс, конечно, в этом году по коронавирусной инфекции, да, также вот люди могли обратиться на этом основании, чтобы к ним пришли. То есть те, кто пребывал на самоизоляции дома? Да, они могли обратиться. Еще один проблемный пункт. Документы, которые должен был предъявить виборець, аби отримати бюлетень. Я знаю, що було зафіксовано, коли цей бюлетень видавали після того, як людина показувала водійське посвідчення, військовий квиток тощо, але не паспорт громадянина. Це є порушенням чи ні? Ну, действительно, мы уже обсуждали и в этой студии, что должен быть либо паспорт в форме вот книжки старого образца или ID-карты, либо же временное удостоверение для тех, кто вступил в гражданство недавно. Собственно говоря, ну, еще для срочных военнослужащих срочников, да, это военный билет, может быть, но это уже отдельные категории. А так, паспорт гражданина Украины. Да, действительно, были сообщения и в СМИ о том, что выдавались так документы. Знаю, что были случаи, когда люди приходили с паспортом кого-то из родственников и с вопросом, можно ли по этому паспорту получить бюллетень и проголосовать. Ну, то, что мне известно, им отказывали в выдаче бюллетеней, что абсолютно обосновано, конечно. Вообще, часто вот информация неизвестна откуда берется, например, вот ожидают люди в очереди зайти на участок. Вдруг кто-то в этой очереди говорит о том, что у него нет паспорта, но есть с собой какой-то другой документ, долго возвращаться, сразу находится огромное количество людей, которые знают якобы, как нужно, начинают давать советы, что главное, чтобы был документ, в котором будет фотография, можно права, можно студенческие, еще что-то. Ну, это все, естественно, не соответствует закону, поэтому люди не всегда это знают. Может быть, надо еще больше информировать, чтобы были готовы к тому, с какими документами приходить. А есть еще случаи, когда члены выборчої комиссии дают так, под честное слово, говорят, я знаю эту людину, особенно где маленькие громады, села, какие-то маленькие места, каждый одного знает. Я скажу честно, не был свидетелем такого, поэтому, да, из средств массовой информации, но я думаю, что здесь правоохранительные органы должны обращать внимание и все-таки выяснять по каждому такому случаю, что происходило, потому что, ну, не должно этого быть. Яке покарання може чекати людину, яка видала бюлетень з порушенням? Там все зависит от конкретного состава, но это может быть и лишение свободы, там уже действительно по конкретной ситуации, в зависимости от того, что именно совершило лицо. Серед порушень найпопулярніше було зафіксовано голосування поза межами цієї спеціальної кабінки. Людям давали бюлетень, вони відходили від столиків та чи десь зручно влаштовувалися і голосували, але не в кабінці. Це теж порушення? Да. В соответствии с законодательством необходимо заполнять бюллетени в кабине для голосования, таким образом соблюдая тайну голосования. Да? И во избежание того, чтобы кто-либо увидел волеизъявление, это тоже делается, чтобы не было какого-то элемента, может быть, агитации даже в такой форме. На этих выборах были, естественно, желающие заполнить бюллетени вне этих кабин. Это еще и было связано с тем, что большое количество бюллетеней и сложность их заполнения по новой системе, мы, наверное, еще о ней поговорим, почему так было. Соответственно, люди по много времени, избиратели, находились в кабинах. Из-за этого образовывались очереди именно в кабины для голосования. Поэтому кто-то, ожидая, да, все-таки пытался заполнить бюллетень тут же, пока вот стоит где-то возле урн, где-то в очереди, пытались заполнить. Ну, старались, естественно, и наблюдатели, и члены комиссии как-то таким людям указывать, что это нарушение. Ну и, в общем-то, с пониманием к этому, как правило, избиратели относятся. Нам постоянно кажут, что одна людина заходит в кабинку, але чи є випадки, коли може дві туди людини зайти?
А если избиратель по состоянию здоровья не может самостоятельно ознакомиться с бюллетенем, поставить соответствующую отметку, то он может обратиться за помощью к другому избирателю. Но не к члену комиссии, не к наблюдателю, доверенному лицу, да, то есть просто к другому избирателю. С этим на практике возникают проблемы, потому что как не все избиратели знают о том, что у них есть такое право и не знают, что им делать, когда они самостоятельно это не могут. Также, может быть, не всегда комиссии, наблюдатели это знают. В результате, когда вот разрешают избирателю зайти в кабину, и кто-то ему поможет в кабине заполнить, да, могут возникать даже такие напряженные, скажем, ситуации, когда начинают наблюдатели кричать, почему там два человека, ну, тогда им разъясняют, что, в общем-то, по норме кодексу это возможно. Ну що ж, основні проблеми ми обговорили. Давайте тепер до результатів нової системи, як вона себе показала, чи є складнощі, чи є переваги. Для чого вона вводилася? Вона себе виправдала чи ні? Ну, я би от ще, може бути, один момент відмітив проблемний, який теж потрібно учесть. Материально-техническое обеспечение комиссии. Дело в том, что по кодексу должны органы власти местного самоуправления содействовать всячески. На этих выборах мы, может быть, особенно остро наблюдали то, что не все комиссии были обеспечены, даже оргтехника, члены комиссии самостоятельно решали эту проблему, плюс еще и неопытность некоторых членов комиссии и руководства, все это наложилось и тоже создало проблемы. Ну и, может быть, до результатов, точнее, это уже, наверное, продолжение, да, уже к вопросу о результатах. После того, как подсчитаны бюллетени, составлены соответствующие протоколы, происходит сдача документации в вышестоящие избирательные комиссии, то есть в Одессе документацию по выборам в городской совет и городского головы сдавали в комиссии в районах города, в Приморском, Киевском, Малиновском, Суворовском, а по выборам в районы и областной советы в городскую избирательную комиссию, которую мы знаем все, да, вот еще под таким названием «Краян». И, наверное, именно там возникла одна из самых основных проблем, и вот такого, может быть, действительно еще не было. Мы все были свидетелями того, сколько дней сдавалась туда документация, как члены комиссии там ночевали, в каких это было условиях, плюс люди ведь еще при этом несут ответственность за эти документы, но вынуждены вот в таких условиях были это работать, когда еще труднее все выполнить и все соблюсти. И здесь, наверное, две причины можно тоже назвать. Это, с одной стороны, нормы, которые устанавливают вот такие правила, и, возможно, их нужно пересматривать, потому что, ну, как показала практика, невозможно, чтобы весь город в спокойном режиме сдал документацию в одну комиссию. Может быть, есть смысл пересмотреть и сделать так, чтобы все документы сдавались в районные комиссии. Но это уже изменение законодательства соответствующее необходимо, потому что там все-таки процесс шел быстрее. Да, он будет идти медленнее, если будут еще документи здавати, але, мабуть, все одно без таких труднощів. До речі, поки ми не відійшли, так би мовити, від краяну, у соцмережах з'явилося відео, як жінка, влаштувавшись на підвіконні, по телефону приймає якісь цифри і виправляє підсумковий протокол. На цьому етапі можливі були фальсифікації чи ні? Ну, во-первых, це категорично недопустимо. Заполнять какую-либо документацию уже после того, как все документы были заполнены на участке с участием всей комиссии при наблюдателях, поставлены подписи, печать, все это запечатывается и отвозится в соответствующую вышестоящую избирательную комиссию для сдачи. Открывать что-то туда, добавлять, дописывать, изменять категорически запрещено. Мы это зрозуміли. Але можлива така ситуація чи ні? Ну, наверное, она в данном случае будет возможна, если человек уже без присутствия всей участковой избирательной комиссии открыл протоколы и уже самостоятельно в них что-то вписывает. Конечно, тут вопрос в том, откуда там возьмутся подписи членов комиссии, откуда там будет печать, либо они уже были проставлены, но это уже в конкретной ситуации должны смотреть. Ну, конечно. И, собственно говоря, норма, которая это запрещает, она и существует для того, чтобы такие риски предотвратить, и когда она нарушается, то возникают вопросы, естественно.
Другий тур мерів. Зауважимо те, що вибори мера проходили навіть в першому турі у попрощеній схемі порівняно з виборами депутатів. Другий тур він був, ну, зрозуміло, скоріше пройшов, але якісь були принципові помилки чи ті ж самі фальсифікації зафіксовані чи ні? Ну, мы знаем, да, что были и в СМИ эти сообщения о том, что нарушались, допустим, правила выдачи бюллетеня избирателям, когда вместо двух членов комиссии, когда один находит в списке избирателя и предоставляет ему список под роспись, другой член комиссии выдает бюллетени, избиратель тоже ставит подпись на талоне, на бюллетене, что были вот нарушения, когда один человек оставался за столом и выдавался, ну, соответственно, да, меньше здесь уже степень контроля, плюс каждый, кто получает и бюллетени, и список, несет ответственность конкретно за этот участок работы, поэтому тут были такие нарушения, ну, и, в общем-то, конечно, он прошел проще, легче, может быть, еще и потому, что члены комиссии многие уже проработали на так называемом первом туре, уже где-то получили опыт. В плане материально-технического обеспечения тоже уже легче, когда повторное голосование проходит, уже участки чем-то обеспечены, как-то уже работа больше поставлена. Ми бачимо нову систему, але фокуси старі, сітки, підкупи, каруселі так звані. Чому нова система не запрацювала по-новому? Ну, може бути, вона по-новому і заработала, але це, в свою чергу, повлекло за собою ще більше складностей, як для избирателей, так і для членів комісії різних рівнів. Тому що избирателям, прежде всего, нужно було розібратися, як заповнити правильно бюллетень, щоб він не був признан недействительним. В итоге, в принципі, вот на цих виборах були достатньо подробні роз'яснення Центризбіркома, наприклад, як правильно учесть потом голос при различных сочетаниях вот этой самой отметки за партию и цифры за кандидата. Хотя больше в пользу партии были эти разъяснения при различных сомнительных ситуациях. Конечно, была сделана ставка еще на законодательном уровне, да, именно в пользу партии, поскольку кандидат, лицо, которое хочет стать кандидатом, должно было пройти через партийный список, если мы говорим сейчас, ну, например, об Одессе, да, о таких городах, где соответствующее количество избирателей. Может быть, стоит серьезно теперь оценить еще раз эту систему, эти нормы, подумать над тем, обязательно ли каждому кандидату идти только по партийному списку, возможно ли какие-либо еще варианты. Мы знаем, что были у нас и другие системы, когда кандидаты могли идти как самовыдвиженцы без партии. Потому что в результате, мы знаем, есть такие примеры, когда сам кандидат, набрав у себя на округе количество голосов, которые, если мы к квотам избирательным обратимся, да, вполне хватило бы для того, чтобы получить депутатский мандат, а может быть и в два раза превышает. Но партия, от которой он шел, барьер не преодолела, соответственно, такой кандидат не становится депутатом того или иного местного совета. Вот это, пожалуй, одна из таких спорных здесь норм, в частности, при распределении мандатів при прохождении вообще партії в совети. Ну тут я так думаю, що навіть є так дискримінаційний елемент, коли є, умовно кажучи, активний депутат, який працює на своєму окрузі, його знають виборці, він дійсно, як ви сказали, проходить, але його партія не отримала підтримку, прохідний бар'єр вона не здолала, і людина своего мандату. Да, именно так. Причем еще на этапе выдвижения он должен найти партию, которая, с одной стороны, соответствовала бы его убеждениям. Партия должна тоже его принять, включить в этот список, а потом дальше действительно то, о чем мы уже сказали. Партия должна преодолеть барьер, должны соответствующее распределение пройти, только тогда он станет депутатом. Хотя, может быть, если бы он шел как самовыдвиженец, он бы легко получив депутатський мандат при другій системі. Мабуть, ми побачимо ці зміни після виборів до Верховної Ради. Ну, вибори Верховної Ради – це все-таки несколько іное. І
там политическая составляющая, как мне кажется, более оправдана, когда действительно больше привязки к партиям. Хотя, опять-таки, мы знаем, что и достаточно много депутатов, которые шли по мажоритарной системе, проходили Верховную Раду, набирали огромное количество голосов, при этом не имея отношения к политическим партиям. Тож, давайте підсумуємо головні проблеми, які виявила нова виборча система. Ну, наверное, обеспечение работы комиссий, формирование комиссий, сложности с заполнением бюллетеней и не всегда достаточная информированность населения. И тут, наверное, стоит все-таки накануне выборов больше внимания уделять вот этой самой информационной работе. Может быть, и Центральная избирательная комиссия должна больше информировать население через любые возможные средства массовой информации, чтобы все возможности использовать и донести до избирателя как минимум правила заполнения бюллетеня, список документов, которые он должен иметь при себе, и какие-то вот такие базовые нормы. Мы знаем, что у нас, например, на первом туре, да, назовем его так, во многих избирательных комиссиях отсутствовали информационные материалы по кандидатам в городские головы. Что можно тогда говорить уже об інформованості избирателей, об їх повноцінній можливості зробити свій вибір. Я нагадаю нашим телеглядачам, що у нас в гостях був Владислав Дронов, кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного та європейського права Одеської юридичної академії, і ми говорили про підсумки місцевих виборів в Україні. Залишайтесь з репортером, бережіть себе.